Доброго вечора. В ефірі Суспільна політична програма «Тема дня». У Дніпрі презентували короткометражку «Місто самогубців». Режисер фільму – журналіст із Дніпра Станіслав Капралов. Про стрічку, що отримала платинову кінопремію в американському місті Х'юстон, поговоримо із автором фільму. Вітаю вас. Добрий Перш ніж перейдемо до запитань, пропоную подивитися уривок з вашого фільму. Вам запрещено говорить. Еще слово, и вы будете наказаны. 20053А. Я хочу тебя увидеть. Я рад, что ты себя убил. Видимо, только так нам суждено было встретиться. Розкажіть про конкурс у Х'юстоні. Скільки кінострічок було на ньому представлено? Х'юстонський кінофестиваль, він вважається одним із самых престижных в Соединенных Штатах Америки, наряду с Санденс, Лос-Анджелесским, и только в отборе участвовало приблизительно 4000 фильмов, даже, может быть, больше 4500, я точно не помню статистику. И отобрали 100 коротких метров на скрининг, это такой своего рода показ на фестивале, за 10 дней фестиваля показали вот 100 коротких метров, но только 21 фильм участвовал непосредственно в конкурсной программе, где мой фильм получил платиновую награду. А когда вы сняли кинострічку? Это было где-то полтора года назад, то есть процесс на самом деле не быстрый, он долгий и такой кропотливый, можно так сказать. Полтора года назад мы снимали зимой в Киеве. Это проходило 3 дня съемок непосредственно в Киеве и 1 день в Чернобыле. У нас был такой операторский день, мы снимали кадры с неба, в общем, раскадровывали это все. Полтора года он посетил около 7, может быть, 8 фестивалей, я, если честно, уже не помню, большинство из них в Штатах. Но на удивление, именно Соединенные Штаты больше всего воспринимали этот фильм. Воспринимали положительно. Самое большее количество фидбэков именно от Штатов. Что приятно, в принципе. Потому что я вырос на американском кино. Хотя тоже европейское уважаю, люблю. А сколько часов вы працювали над фильмом? Работа была, вот, как я сказал, кропотливая. Месяц только писался сценарий. Я переписывал его, наверное, раз 15-20 раз, переделывал, наталкивался на какие-то мысли, давал людям, которым я доверяю. Там есть ряд людей, которым я могу отправить, я понимаю, что их мнение может быть ценное, может быть. Эти люди давали какие-то советы, я, исходя из этого, пытался вывести идеальную формулу сценария, как мне казалось тогда. И месяц я написал, начал собирать команду. Это достаточно проверенные люди, с которыми я работал на других различных проектах телевизионных, но в основном уже художественных. Мы работали в Израиле, и в Казахстане, и в Германии. И вот я собрал по крупицам вот эту вот команду, которая близка не только по качеству мне, а именно по духу, потому что там на площадке были в основном все такие фанаты, единомышленники, люди, у которых есть очень большой такой творческий, профессиональный потенциал. И после того, как мы собрали команду, где-то месяц, может, даже полтора была подготовка. То есть мы подошли не так, как обычно это происходит на украинском кинорынке.
мы решили пойти другим немножко путем, как это делают в Голливуде. То есть мы тщательно отработали, проработали вообще полностью весь фильм, не только дело в раскадровках или в каких-то там прорисовках. Мы полностью отсняли репетиционную версию фильма. То есть 3 дня съемочных с дорогой техникой, это было уже потом. Изначально без реквизитов, без декораций, без света мы просто сняли на фотоаппараты Марк с объективами полностью и смонтировали этот фильм. Посмотрели, увидели ошибки, увидели, что, например, там перебор в некоторых кадрах, какие-то моменты нарушают драматургическую линию, поэтому мы просто выкинули эти моменты и избежали ряд ошибок, которые могли бы быть. И после этого уже было 3 съемочных дня, где участвовало около 40 человек, не считая команду постпродакшена, где там и покраска, и саунд-дизайн, и сведение звука, и множество, и монтаж, и так далее, и тому подобное. Много нюансов. И вот в эти 3 дня были такие масштабные съемки, и каждый член команды знал, что мы делаем, как мы это снимаем. В общем, мы почти не общались. Идеальный такой. Идеальная командная работа, в общем. Я вообще считаю, что залог успеха в кино, когда на площадке никто не разговаривает. То есть каждый знает, что, как, какая атмосфера, какие цвета в кадре, какая музыка будет, какой будет звук, какие будут повороты, и абсолютно знает весь сценарий. Вот так вот было у нас. И эта такая подготовка дала возможность даже иногда какие-то креативные моменты добирать. Если мы отставали по времени, мы действовали плану нашему, который был заранее подготовлен. Если мы понимали, что мы не успеваем, точнее, успеваем и вкладываемся, то было поле для какого-то креатива. Именно поэтому как бы удалось вложиться вот в такие финансы, которые смешные даже для украинского рынка, не говоря уже там о западном. Потому что я в Лос-Анджелесе встречался с некоторыми продюсерами голливудскими, они были очень удивлены, шокированы этой суммой, они как это можно. А скільки грошей ви витратили на зйомку фільму? Ну, тут много есть таких составляющих. Есть производство, есть какой-то предпродакшн, который тоже оплачивается. И есть пост. И помимо поста, есть еще моменты такие, как фестивали. То есть фестивали — это тоже не бесплатная вещь. Ты платишь за участие, ты платишь за регистрацию. Например, тот же Хьюстонский кинофестиваль, его стоимость просто зарегистрироваться, отправить свой фильм на конкурс, стоит, по-моему, $75. То есть это никакой вообще гарантии нет. 4,5 тысячи фильмов заплатили $75, но взяли там только 100 в скрининг и там 21 в конкурс. И вот это тоже деньги, потому что я много на какие фестивали отправлял. И, в общем, все вместе вышло в пределах $15,000. Все вместе. Это учитывая, что мы как бы команда вся, такие фанаты, идейные, они работали на результат, можно сказать. Они работали практически бесплатно. Каждый что-то получил, потому что как бы это такие мои правила, что нужно кому-то заплатить. И каждый человек должен получить хоть что-то за работу. И тем не менее, все это было снято дешево, но зато мы вложили в качество. Мы какие-то реквизиты, у нас была дорогая камера, это Alexa, популярная камера, которая, например, в этом году 70% фильмов, которые номинировались на Оскар, снимались на нее. Объективы у нас были Anamorphic 90-х годов, то есть это единственные объективы, которые здесь есть, нам нужны были они для атмосферы, и там, съемочный день таких, если просто брать, стоит в пределах там, $1000, а то и больше, просто аренда на один день. И вот мы вложились в качество, поэтому получилось вложиться в эту сумму. А в яких країнах ви вже встигли показати цей фільм? В Штати. Там около 5, по-моєму, фестивалів. От я зараз точно не вспомню. На Кіпрі, Дубаї, український молодість, він теж участвував. В общем, вот буквально, кстати, несколько дней назад, опять же, американский кинофестиваль
Oregon Art Film Festival тоже взяли фильм, будет участвовать. Но это не такого масштаба фестиваль, как World Fest Houston, где фильм победил. Но, тем не менее, все вот эти вот смотры, они очень полезны для фильма, для вообще истории. Ну, для меня, как для начинающего режиссера, потому что очень важна не победа, а именно участие. Потому что, ну что такое показ? Что такое фестиваль? Это место, где собираются люди, которые недоступны тебе в другое время. Ну, то есть я не могу отправить там, арт-директору ТИФа, это один из самых крупных кинофестивалей вообще, фестиваль класса А в Торонто проходит, я не могу найти этого арт-директора. Может быть, конечно, я отыщу там в Фейсбуке или где-то, но человек просто отвечать мне вряд ли будет на какие-то мои вопросы. Но на World Fest, к примеру, он стоит просто в доступности на какой-то вечеринке, и ты спокойно можешь к этому человеку подойти, показать ему свои наработки, какие-то там вообще свои идеи, мысли. Ты с ним выпьешь виски, поговоришь и обменяешься контактами. В следующий раз ты ему напишешь там «Hi, man, да, мы виделись там-то, там-то, и вот мой новый фильм. Почему бы его не обратить на него внимание?» Да? Фестивале в Торонто. То есть на него обратят внимание, потому что фестивальная программа — это тоже там определенный как бы клан такой, там свои правила, свой вообще абсолютный мир. И мне изначально казалось, что вот я там сниму фильм, отправлю его в Канны, его примут, и все классно будет, и будет здорово. Оказалось, все далеко не так просто. Конечно, там нет коррупции, как у нас принято это делать. Но там, исходя из того, что, например, те же Канны отправляются 5-6 тысяч фильмов, просто заявки отправляют. Попробуйте отсмотреть 6 тысяч фильмов, даже группа, ну сколько, 10 человек мы отберем. Открывается этот конкурс заявочный. Зимой, к примеру, да, весной должны уже объявить список участников. 6 тысяч фильмов, внимательно смотреть, вникнуть вообще в разные жанры, в разные темы. Но это очень сложно. Это возможно, но сложно. И, конечно, чтобы не потерять важных людей, они делят это все на условные группы. То есть одна группа — это люди с именем, которые уже либо участвовали в тех же Каннах, либо вообще имеют какое-то мировое имя. В этом году, в этом или в прошлом, я точно не помню, Иньярриту презентовал «Короткий метр» в Каннах. Ну, то есть это режиссер номер А вообще. Оскароносный режиссер, который 2 «Оскара» подряд получил в позапрошлом году. И вот это первая группа людей, которые имеют какое-то имя. Вторая группа — это те, кого посоветовали. Какие-то продюсеры, дистрибьюторы или люди, которые имеют какой-то вес на кинофестивале. То есть вот эти две группы фильмов, к ним имеют особый такой интерес. Их внимательно посмотрят. Остальное как ляжет карта. Именно поэтому такие вот контакты на фестивале, они очень полезны. Именно поэтому очень важно просто участвовать вот в этих скринингах, участвовать в фестивалях и так далі. Повернемося до фільму. В одній зі сцен одна з героїнь фільму висіла на дереві. Хто, власне, виконував цей трюк? Сама акторка чи каскадер професійний? Да, іменно актриса виконувала трюк. І чим я благодарен, це її був вибір. Ее зовут Татьяна. Две Татьяны, кстати. И главная героиня, и второстепенный персонаж матери. И очень сложная сцена была, потому что мы готовились к ней. Там были на площадке каскадеры, конечно, потому что прыжок с дерева и вот эта сцена с самоубийством — это опасно. То есть можно и закончить на этом свою актерскую карьеру. И именно поэтому мы проверяли дерево, проверяли узлы, проверяли специальные крепления. То есть это такие ремни, которые не делают никакой нагрузки на сам позвоночник. То есть это абсолютно безопасно, если это проверить. Каскадеры проверили, эта женщина встала, она должна была стоять или сидеть, я уже не помню, мы поменяли в ходе съемок. И она прыгнула. Ну, то есть, вы представляете, это нужно подготовиться к этому, и нужно осознавать. Это как прыжок с банджи-джампинга.
И вот за это ей спасибо, она сама это сделала. И вторая актриса тоже, без всяких предрассудков, главная актриса фильма, она вполне висела, без всяких проблем, без всяких препятствий и сопротивлений. И, кстати, до этого, когда я отбирал актрису на роль матери, мне там несколько кандидаток было, мы закинули материал, вот такой-то сценарий, такой-то персонаж, и где-то половину людей отказалось, они сказали, нет, мы не будем. Вот есть такие суеверные актеры, которые боятся играть самоубийц, в гробу лежать или еще что-то. А чьи профессийные актеры играли в вашем фильме? Ну, не все. Ну, главные, они все имели опыт от главного персонажа, Павел Алдошин, который играет и в театре мизантроп, и много снимался, он актер такой с опытом и с большой буквы, он мне очень нравится, один из моих любимых актеров, и работать, и вообще в общении. Таня Бобрикова, тоже главный персонаж вообще. У нее тоже есть актерский, сериальный опыт. В первую очередь она телеведущая, на новом канале работала и на в разных... Давно, в общем, телевидение, около 10, по-моему, лет. И второстепенные персонажи не все актеры, но я их подбирал по типажам. То есть это не потому, что жалко было денег или еще чего-то, или мы не могли найти людей. Например, медсестра, там женщина такой типажной очень внешности, и как ко мне очень вписывалась в атмосферу всего фильма. Она ничего общего не имеет с актерской деятельностью. Она пиар, по-моему, менеджер, ну, неважно, я увидел ее в Фейсбуке, оказались у нас там общие знакомые, и написали, ее попросили, потому что персонаж такой, наоборот, пугающий, то есть мы должны были сделать персонаж некрасивым и пугающим, то есть для женщины это тоже смелый достаточно поступок, потому что мы и прическу делали такую старомодную с бигудями, и вставляли глаз, дополнительную линзу, то есть мы полностью пытались подчеркнуть какие-то, добавить какие-то некрасивые черты. Вот она пошла на это, она не профессиональная актриса. Было, конечно, сложно, неудобно, она не знала, как себя вести, куда смотреть, но, как мне кажется, что она очень хорошо справилась. Такие люди тоже были, которые не имеют отношения к актерской деятельности. Но они тоже справились прекрасно, как по мне. Не испортили ничего, а то и, наоборот, добавили. Чему вы решили торкнуться от самой темы самогубства? Ну, эта тема достаточно интересна, как по мне. Она не популярна, она не изъезжена, она в обществе под знаком табу. И меня интересуют такие закрытые темы. И я с детства люблю задавать какие-то вопросы, почему так, почему не по-другому. Это первая причина. Вторая, потому что эта тема вообще окутана какой-то мистикой, как для меня. И вот это вот какой-то психиатрии, вот этой вот гранью, размышлениями. И мне интересно было понять, почему так происходит, почему люди это делают, и почему эта тема настолько непонятна, настолько закрыта. И вообще, кстати, я с многими психиатрами разговаривал, там прочитал достаточное количество книг и там покопался в суицидологии. И оказывается, вообще врачи называют эту тему самой сложной вообще в науке. Почему? Потому что в медицине, я имею в виду. Почему? Потому что нет объекта исследований. То есть, когда происходит самоубийство, исследовать потом нечего. Можно только по факту копаться и там понимать, догадываться. А как правило, люди, которые склонны, не то что склонны, которые размышляют над самоубийством, они не говорят об этом никому. Не говорят, тоже есть ряд причин, почему мне эта тема стала интересна, почему не говорят. Потому что вообще причины, вот эти истоки, они идут из детства. Они там кроются в каких-то травмах наших. То есть у всех у нас есть травмы, все мы склонны к самоубийству, и это факт. То есть не каждый из нас готов это делать и стоял с веревкой или с пистолетом, но каждый из нас задумывался, а что если? Каждый. Это доказанный
психиатрами факт. И вот этим тема это интересна, она меня зацепила, и мне хотелось вот придумать какой-то способ, не медицинский, а какой-то художественный, чтобы повлиять на людей. И, возможно, или самому показать какие-то дороги, которые могут вывести потом человека из состояния вот этого вот тупика. Стрічку показала у Дніпровському музеї українського живопису. Наша знімальна група поспілкувалася із глядачами. Як вони оцінили фільм? Давайте послухаємо. Вона дуже естетична, вона дуже красива, вона дуже гармонійна. Про це вже говорили. Дуже гармонійні кольори, дуже темп стрічки. Мені дуже сподобався, от я зараз рефлексую. Сюжет, ну, звичайно, сюжет сподобався, і сподобався саундтрек, і вся ця атмосфера, от вона якось, ти в неї занурюєшся і, в принципі, не думаєш про погане, хоча тема складна. Вона контролювала мою життя. Коли я поняла, що ненавиджу її, хочу вбити. Перші ж кадри, скільки насилля, що мені аж дурно стало з перших кадрів. Не знаю, мені здається, що в нашому світі скільки насилля, що, може, не треба так дуже акцентувати на цьому. Знаєте, хтось із великих сказав, що найлегше добитись до серця людини, коли ти показуєш зло, насилля, людина зразу відкликається. Може, це і є вибір авторів, щоб таким шляхом добитись, щоб людина задумалась, замислилась над тим, що варте життя. Але я, як кінознавець, я вам скажу, що фільм зроблений дуже талановито, дуже. Операторська робота, сценарій, точно все розставлені, все акценти. Тут претензій немає, тут 5 з плюсом. Отже, як ви почули, є думка, що у стрічці забагато насилля. Чи погоджуєтеся ви з цим? Понимаете, эта тема, она достаточно острая, и по-другому показать ее нельзя. Мы не можем показать тему самоубийства через любовь, через радость, через комедию. И, знаете, это то же самое говорит, что давайте не трогать зло или какие-то больные темы, давайте тогда не говорить о педофилии. Давайте про маньяков не рассказывать, давайте вообще делать вид, что этого не существует. Вот именно поэтому тема самоубийства табу. Люди боятся говорить, люди боятся смотреть, они как-то закрываются сразу. Знаете, как в советское время о сексе говорить было стыдно, так вот очень похоже, только в другой площади находится это все. Я считаю, что нужно говорить, нужно обсуждать, и это должно преподаваться в школах. Я вот не один раз об этом говорил. И не только я. Есть такой Маннингер, суицидолог, психиатр, который считает, что нужно с начальных классов детям объяснять, что есть вот такие вот способы, есть такие проблемы, и есть вот такие вот из них выходы. И когда ты видишь этот тупик, он не только... Ты не один. То есть ты не единственный в мире, кто в него вот попал. Есть люди, и есть люди, которые выходили. А есть люди, которые не выходили. И как, кстати, тоже психиатры говорят, что вот это состояние желания себя убить, оно длится от 5 до 25 минут. Вот у психически здорового достаточно человека. А у больных, конечно, это может быть навязчивой идеей. А чи плануєте ви зробити повнометражний фільм «Місто самовбивць»? Да, планируємо. І зараз йдуть переговори з європейськими продюсерами теж, і з американськими в тому числі. Тобто ідея є, це достатньо непросто, тому що кіноринок, він непростий, з багатьох факторів состоїть. І от зараз йдуть переговори, я сподіваюся, там. Может быть, в течение года, может быть, чуть больше времени получится это сделать. Дякую за розмову. Ми говорили про короткометражний фільм «Місто самогубців». Це була тема дня. До зустрічі. Спасибо вам.